Открыты городский географический чемпионат прошел у Гомеля на минулых выходных. Спаборництво ладилось на базе университета имя Франциска Скорины при поддержке Российского центра науки и культуры, а так само Гомельского отдела Белорусского географического товариства. Школьники из всей области проявили до чемпионату высокую цікавость. Каб провести попередний отбор, им треба было представить эссе на географическую тематику. У вынику удельниками чемпионату стали каля 100 человек. Юные знаўцы за 45 хвилин повинны были отказать на 30 пытаний, у тым лику по истории, этнографии, экономике разных краин. 6 переможцев приняли удел у финальным блиц-турнире.